Российский боксер Александр Поветкин после поражения в поединке с британцем Энтони Джошуа поблагодарил болельщиков, которые его поддерживали. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто за меня болел, переживал. Со мной все нормально, еще раз от души. Что могу сказать? Проиграл бой. Вроде нормально вел, пропустил удар. Ничего не сделаешь. Оказался Джошуа сильнее. Также британский боксер Энтони Джошуа после победы пришел в раздевалку Александра Поветкина. «Хочу выразить свое уважение. Ты очень стабилен со времен любителей и до профессиональной карьеры. Хочу приехать в Москву». Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и претендент Тони Бейлио провели дуэль взглядов на лондонской арене Уэмбли. После встречи с будущим соперником в ринге на британской арене, Усик поделился ожиданиями от предстоящего поединка. «Я долго готовился к этой битве. Я очень рад, что мы договорились о месте и дате ее проведения. Я не могу дождаться, чтобы провести бой в Великобритании. Я полностью погружен в свой тренировочный лагерь вместе со своей командой. Много работаю и готовлюсь к длинному поединку с Тони. Он говорит, что победит меня, и мне нравится его настрой, но вы не можете избить того, кто не видим в ринге». Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес ответил на вопрос болельщиков о втором бое с мексиканцем Саулем Альваресом. «Когда между раундами вы говорили Геннадию, что он проигрывает, у вас действительно было такое ощущение, или вы просто пытались сделать его более агрессивным и рискнуть? Честно говоря, на тот момент я считал, что бой равный, но причина, по которой я это сказал, я прошептал это ему на ухо, чтобы для него это звучало еще громче. Я хотел, чтобы это было для него мотивационным моментом, чтобы попытаться дистанцироваться». Промоутер Том Лефлер рассказал о дальнейших перспективах Геннадия Головкина. «Сейчас Головкин отдыхает с семьей, а потом мы обсудим, что делать дальше. Посмотрим, что решит и Golden Boy. Я слышал, они хотят боя для Канело в конце года. Если трилогии не будет, у нас есть варианты. Но мы открыты для третьего боя. Бой с Муратой, конечно, он возможен. Это отличный поединок. Он собирается драться в октябре в Лас-Вегасе. У нас отличное отношение с Топ Рэнк. Это хороший вариант. Еще Сондерс будет драться с Андрейдом. Мы всегда за бой с Сондерсом. С одной стороны, сейчас хорошо. Нет титулов, нет обязательных боев, нет и давления. Посмотрим, что будет лучше для Triple G. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и всем удачного дня.